Известный российский певец и один из наставников проекта Валерий Меладзе прокомментировал решение Первого канала аннулировать итоги 6 сезона. Об этом исполнитель написал в своем Instagram. Меладзе был наставником казахстанца Ержана Максима на протяжении всего сезона. «Я искренне рад, что внесена ясность голосования финала проекта «Голос дети», — пишет Валерий. Он отметил, что очень важно сделать так, чтобы не потерять доверие зрителей и сохранить сам проект. Продолжить помогать талантливым детям — для меня это гораздо важнее любых голосований и побед», — сказал Меладзе. Валерий также обратил внимание на то, что знает многих хороших артистов, которые никогда не побеждали в различных проектах, тем не менее, они сумели стать известными. В этом он видит огромную роль телевидения. Также напомним, что эксперты группы IB рассказали, сколько могла стоить накрутка результата в пользу дочки Алсу в финале проекта. По данным специалистов, которые проводили расследование, автоматизированная накрутка голосов обошлась заказчику в 2-3 миллиона рублей, примерно 12-18 миллионов тенге. В среднем по рынку один купленный голос может стоить от 60 до 80 рублей, объяснили эксперты. Сообщается, что примерно 38 тысяч ботов были задействованы в накрутке голосов. По их словам, накрутку делают компании при помощи сим-карт, которые оформлены на физических лиц. Надеюсь, информация была полезной. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!